Следующий кейс, который мы с вами посмотрим, компания «Стройпрофит Пермь» из города Пермь. И в этом кейсе мы с вами узнаем, как увеличить выручку в кризисный период. Я думаю, что цифры сам Алексей расскажет, именно тот человек, который презентует, расскажет сам. Также расскажет, как сформировать новый канал привлечения клиентов за счет UDS более 300 тысяч рублей. Спикер Куимов Алексей из города Пермь, предприниматель с 2003 года, в прошлом собственник двух компаний риэлторской сферы, сертифицированный эксперт по сопровождению клиентов и комплексному внедрению UDS, человек, который реализовал уже более 30 внедрений в разные сферы бизнеса, и сейчас мы с вами узнаем, как же UDS работает в строительстве. Алексей, передаю слово. Да, добрый день всем. Я надеюсь, что меня прекрасно слышно и видно. Я благодарю всех спикеров, которые выступали до меня и рассказывали очень подробно, емко и, ну, в каких-то местах очень просто, а может быть даже и непросто, о результатах внедрения в различные сферы бизнеса. Я тоже также благодарю всех и партнеров, и гостей данного онлайн-мероприятия за выделенное время и внимание нашему этому мероприятию. Да, сегодня я хотел бы поделиться результатами одной из многочисленных мною подключенных компаний из строительного сектора. Это компания «Стройпрофит Пермь» из города Перми. Их специализация – это оптово-розничные продажи именно отделочных материалов. И данный сегмент на данный момент в нашей компании, в компании UDS, представлен там, ну, небольшим количеством компаний. И я на нашем YouTube-канале официальном давно уже не видел видеоотзывов собственников или партнеров компаний, кто внедрял в этот сектор, да, потому что этот сектор, он занимает очень, ну, как бы большую емкость имеет и очень высококонкурентен. Вот. Я далее расскажу о их результатах, конечно, внедрения, ну и обязательно, почему я именно рассказываю, да, о... и экспертно могу вам как бы донести результаты данного внедрения. Я тоже также расскажу далее. Вот давайте начнем. Значит, да, вкратце о себе. Равиль меня уже представил. Спасибо ему большое. Я бы хотел тут сакцентировать только на внимание на том, что я являюсь в прошлом руководителем двух компаний, риэлторской и строительной. И у меня в подчинении было около 100 человек, соответственно, персонала, которые, ну, выполняли какие виды работы различные там, в строительном бизнесе. И я знаю, какая наценка, какая маржинальность примерно в строительном сегменте находится. И да, я уже успешно реализовал более 30 внедрений. И на текущий момент у меня около 10 компаний со строительной сферы. То есть это и компании крепежей, и электромаркет, и продажа просто строительных материалов, и какая-то огородная тематика, и так далее, и так далее, и так далее. Вкратце о компании. Значит, компания, это они специализируются на низковозвратном бизнесе. Что значит низковозвратный? Это продажа плинтуса напольного, потолочного и различных эксклюзивных материалов для отделки там кухни, уголков и так далее. На рынке они с 2010 года. Их сеть составляет 9 магазинов на данный момент. Совсем недавно они 9-ю точку открыли. Это, значит, 6 в Перми и 3 в Ижевске. Количество менеджеров 20 человек. Вы, наверное, кто присутствовал с самого начала, видели и слышали о том, что есть моменты, связанные с работой персонала. Да, это верно. И у нас то же самое. То есть получается, для того, чтобы эффективно работала платформа, нужно правильно и грамотно обучить персонал, провести его аттестацию обязательно, чтобы они грамотно предлагали бонусную программу уже вашей компании, потому что персонал – это те люди, которые непосредственно общаются с клиентами, не вы как сам собственник там, да.
Вот. Значит, используют они UDS уже как 1 год и 2 месяца с января 2020 года. Ну и основными каналами привлечения клиентов это является свой интернет-магазин и трафик, который формируется в торговых центрах и гипермаркетах по продаже строительных материалов. Значит, что у них было до UDS? Первое. Обезличенная база клиентов 1С, как и многие ее у себя ведут, что в строительном сегменте, что в других сегментах, да, то есть просто частное лицо и какая-то продажа. Далее, прямая плавающая скидка от 3 до 10%. На этом тоже хочу сакцентировать внимание, как и предыдущий спикер, потому что фактически здесь возникает момент, связанный с тем, что персонал, который работает с клиентами на месте, часто использовал эту систему скидок себе во благо. То есть были мошеннические действия. Вот. Третье – это отсутствие прямого канала связи с клиентами. Ну и четвертое – я назвал ее систему ручного привода при работе с дизайнерами. Очень многие, наверное, знают, что когда какая-либо компания, поставщик по продаже строительных или отделочных материалов привлекает к себе, получается, каких-то крупных, получается, заказчиков, а в данном случае это дизайнеры, которые, в свою очередь, приводят клиентов в бизнес, да, они выплачивают дизайнерам, отделочникам и так далее какой-то бонус. Вот. Соответственно, была задача тоже также автоматизировать этот процесс. Вот. Ну и целями применения UDS, как раз вот я уже ее затронул. Первое – это оцифрованная клиентская база с данными клиентов. Переход на бонусную программу с прозрачной системой экономии win-win. Что такое win-win? Это когда и клиент выигрывает, и, конечно, выигрывает бизнес. Чтобы было выгодно и клиенту приходить чаще, пользоваться там услугами или покупками в этом магазине, и бизнесу тоже это было выгодно. Третье – это прямой канал коммуникации с клиентами через мобильное устройство. Ну и четвертое – автоматизация сотрудничества с дизайнерами, которое я тоже уже затронул и сказал об этом. Какая же у них бонусная программа настроена на данный момент? Значит, у них, так как у нас в нашей системе есть возможность отделить разового покупателя от постоянного, можно настроить 5 уровней, получается, по клиенту. То есть начальный уровень, VIP, статус, соответственно, ультра VIP какой-то клиент. То есть это система накопления в виде баллов с каждой покупки. Ну, реферальную систему я здесь не буду рассказывать. Да, она тоже у нас существует. Значит, приветственная 100 баллов. В нашей системе 1 балл равняется 1 рублю. Процент списания 20%. Помните, я ранее вам говорил, что у нас процент списания был до 10%. Фактически мы настроили 20%. Суммарно начисляемый кэшбэк с каждой покупки составил 25%. За рекомендации 4% плюс 30 баллов. Откуда все эти цифры всегда берутся? Мне многие собственники задают вопросы, а как правильно нам настроить, а как это сделать и так далее. Конечно же, мы все это делаем не в ручном режиме. У нас есть специальный Excel-файл, где все профессиональные компании, которые занимаются внедрением и внедренцы, делают расчет, где учитывают возвратность клиентов, существующую клиентскую базу, средний чек, наценку и маржинальность, где рассчитывается фактически выгодная скидка для использования данных настроек в бизнесе. Вот. Ну и на текущий момент, на 19.03.2021 года, у клиентов уже накоплено 1 миллион 117 тысяч баллов. Жаль, что сейчас не разблокирован чат. Да, я в рамках подготовки презентации хотел всем задать вопрос. Я думаю, что я сейчас его задам, и все в конце как раз на него, возможно, ответят. Нет, ничего страшного. Значит, в чем же вопрос? Дайте мне, пожалуйста, ответ. Что произойдет, если одновременно все клиенты придут и скажут, а мы бы хотели использовать все свои накопленные баллы? Я думаю, что кто знает или кто догадывается об этом,
или кто понимает, что будет, вы можете там написать, соответственно, там, после того, когда отключится запись, эту информацию в чат, да, вот. Я не буду, конечно, мучить и вам сообщу, что при проценте списания в 20% от суммы чека произойдет максимальный оборот в 5 миллионов рублей, ну, более 5 миллионов. Потому что что такое 1 117 000? Это как раз получается от 5,5 миллионов, это 20%. И, соответственно, в этот же момент клиенты снова получат баллы, собственник получит максимальный оборот денег, более 5,5 миллионов. И, конечно, это ему выгодно, потому что у него есть определенная наценка и маржинальность в бизнесе. Да, и, значит, какие же мы результаты получили фактически от данных настроек? Первое. Клиентская база на данный момент существует из 2984 клиентов. Многие спикеры говорили о том, что есть экономия на выдаче карт. Да, она у нас тоже есть. Это составляет 59 тысяч рублей. И вот я здесь обвел зеленым цветом цифры 2642 клиента, 88,5%. Я сделал акцент на этих цифрах в связи с тем, что многие компании, когда я прихожу, мне начинают говорить: а вот у нас есть ВК, а у нас есть Инстаграм. И когда я вижу, например, на компанию, у которой в Инстаграме, например, 20 тысяч подписчиков, и смотрю количество лайков на их постах, а это, например, 5-10%, я понимаю, насколько активна их аудитория. Так вот здесь эти проценты, они и обозначают активность, что, соответственно, это не фейковые какие-то аккаунты, да, это, соответственно, те клиенты, которые пришли и реально совершили уже покупки. Ну и, конечно, я подчеркнул 1 117 000 баллов накопленных. Далее, результат от UDS по поводу данных клиентов. Здесь скрины, они, наверное, ну, не очень хорошо видны, но там на этих скринах, если там приглядитесь, можно разобрать, что по клиенту видна фамилия, имя, дата рождения, его пол и, соответственно, его контактный номер телефона, все его операции, количество накопления баллов, списание и так далее. То есть все это видно в системе, в CRM. И, конечно же, все данные этим можно выгрузить в Excel-таблицу. То есть очень удобно и не нужно тратить время на занесение клиента в клиентскую свою базу. Клиент, потому что сам своими руками, когда получает бонусную карточку, заносит эти данные сам. Далее, значит, тоже предыдущий спикер сказал, что у них, соответственно, там скидка не изменилась, а у нас она изменилась. То есть, соответственно, я беру среднюю скидку в 5%, и текущая скидка при обороте в 34 миллиона составляет всего лишь 1% в виде баллов. То есть, соответственно, заменив прямую скидку на бонусы, мы получили плюс 4% к выручке. Это 1 368 000 рублей. Я считаю, что данные результаты для строительного сегмента очень актуальны и выгодны. Тем более, эти данные это взято за 2020 год, когда был период как раз спада у всех. Значит, ну и, конечно, новый канал общения с клиентами, значит, как тоже уже говорили о том, что мы можем бесплатно рассылать информацию клиентам в виде пуш-уведомлений. Конечно, это цветная картинка, продающий текст. Я совсем недавно тоже обзванивал своих клиентов и задавал вопросы. А вы поздравили своих клиентов с 23 февраля или с 8 марта? И многие клиенты говорили: а как мы это будем делать, мы не знаем. Так вот, мы, соответственно, по моим клиентам делали запуск. То есть вот в чем сила брата, это мы поздравили с 23 февраля мужчин. И любовь, забота и красота, это мы так поздравили женщин. Но экономию на рассылках, конечно, мы сэкономили 79 тысяч. Значит, ну и немаловажным моментом, который я хотел тоже сакцентировать внимание, часто задаю это предпринимателям, как вы делаете захват клиентов с ваших источников трафика. Многие не понимают, о чем я говорю. Я тоже как бы вам объясню, что это такое. Это когда клиент заходит в ваш действующий интернет-магазин, на ваш Инстаграм, ваш ВК и так далее, просто просматривает по вам информацию и уходит.
Так мы предлагаем со своей стороны у вас закрепить определенный баннер, где клиенты, соответственно, даже если они ничего не купили, попадают в вашу бонусную программу, заходя, соответственно, по определенной ссылке, скачивают мобильное приложение, сканируют код, получают вашу бонусную карточку. И как же у меня собственник видит данные вещи, да? То есть вот это опять система Scream, источники трафика, с сайта 42 клиента, соответственно, нам пришло 50% выручки мы получили, сотрудники и трафик за счет платформы UDS к нам пришел 155 людей присоединилось к бонусной программе и 267 тысяч мы получили выручки. Многие ранее предприниматели говорили, ваша клиентская база там с самой платформой UDS не раскручена. Я хочу вам сказать, что сейчас наших пользователей более 12 миллионов, и сейчас у всех клиентов наблюдается рост именно трафика с нашего мобильного приложения. Ну, общий суммарный эффект. Я уже как бы вам ранее говорил, здесь подведены просто итоги. Это 1 миллион 775 тысяч. Всем желаю таких же результатов. Далее, значит, подарок для участников Кейсариума. Это все, кто сейчас присоединится к компании «Строй профиль Пермь», это город Пермь, город Ижевск, получат к своим баллам 100 баллов, которые он получит, еще плюсом 200 баллов. Все, кто может, можете отсканировать код или сфотографировать, или же в ручном режиме это все занести. Ну и, конечно, это подарок от «Строй профиля», есть еще подарок от меня. Это бесплатный аудит и консультация, насколько подходит вашему бизнесу UDS и как его можно быстро, просто и выгодно настроить. Мой контактный номер телефона, WhatsApp, Viber, Telegram, ну и мой, конечно, Instagram. Хотел бы еще раз напомнить о том, куда я внедрял. Это розничные сети, магазины, это моя экспертность, строительные отделочные материалы, электрика, крепежи, инструменты. Это автодилеры и автосервисы брендов Kia и Lada, несколько городов по России. Это магазины продуктов питания, одежды, сотовых телефонов, цветов, косметики, ногтевого сервиса, кафе, ресторан, медицинский центр. Ну и хотел бы я подытожить, что счастливый клиент – основа успешного бизнеса. Благодарю всех за внимание. Я на этом заканчиваю свою презентацию, свое выступление. Равиль, присоединись, пожалуйста.